Надо не забывать, что Хабиров вообще отец-основатель клановости в Башкирии. Именно при его работе в администрации Урахимова возникли вот эти кланы. Вы имеете в виду ситуацию начала 2000-х годов? Конечно, да. И он плоть от плоти, вот эта система, он никогда из нее не выходил. Это абсолютное вранье и лицемерие. Если он заявляет, что мы прекращаем пользоваться вот этой конструкцией кланов, группировок и прочих вещей, либо он просто выдает желаемое за действительное, но его модус операнди – это клан. То есть он создает вокруг себя сплоченную, очень верную команду людей. То есть недаром, по-моему, я эту формулировку запустил года три назад, о том, что набрали верных, а спрашивают, как с умных. То есть само понятие команды исключает присутствие чисто всех интеллектуалов, патриотов. То есть в первую очередь она исключает присутствие профессионалов. Вот это самое главное. То есть патриотизм и интеллект – это вещи достаточно относительные, а вот профессионализм – это абсолютная вещь. И вход в эту команду определяет верность, а не профессиональность.